Привет! Сегодня в выпуске я расскажу о коктейле «Гимлет», «Джимлет» или «Буравчик». Один коктейль, три названия. Отличный вариант для летнего коктейля. Лично у меня слово «гимлет» никак не ассоциируется с коктейлем. У меня больше ассоциаций с каким-то оружием, но по сути этот коктейль и был оружием, но оружием против болезней. В 1747 году шотландский хирург Джеймс Линд выяснил, что употребление фруктов, в которых содержится витамин С, очень полезно для здоровья. И он определил этот факт, тем самым дав возможность людям лечиться именно витамином С. Но я думаю, что он сделал открытие не только в медицине, но и дал возможность появлению многих коктейлей. Позже Лачлан Роуз решил проблему хранения витамина С для долгих морских плаваний. В 1867 году он запатентовал процесс консервации фруктов с применением солей и серы. Немного подсластив свою микстуру и разлив ее по бутылкам, он назвал ее Roses Lime Cordial. Моряки стали добавлять этот консервированный витамин С в свой напиток, в традиционный напиток грог, состоящий из рома и воды. А морские офицеры стали добавлять лимонный сок в джин и назвали этот напиток гимлет. Вообще сам гимлет – это инструмент для откупоривания бочек со спиртным, которые чаще всего и перевозились британским флотом. По другой же версии, этот коктейль своим названием обязан Томасу Джимлету, морскому врачу, который часто в целях лечения добавлял лаймовый сок в джин и лечил моряков. Ну, как и во многих коктейльных историях, сначала лечиться, а потом получается отличный коктейльчик, дошедший до наших дней. Что ж, приступим к приготовлению этого лечебного коктейля. Перед тем, как я начну готовить сам коктейль, как обычно, охлаждается бокал. Для гимлета потребуется шейкер со льдом. Сюда необходимо добавить 60 мл джина, лечебного целебного джина, и 20 мл лимонного сока. Все это дело трясем. Избавляюсь от льда и уже в холодный бокал выливаю получившийся коктейль. Прям так и веет здоровьем. Для украшения буду использовать вот такую вот кудряшку из лимона. И так как у нас джин, то, я думаю, отлично подойдет такая шляпка. Целебный, лечебный гимлет готов. Я думаю, если вы моряк, то он вам особенно понравится. Помимо джина, гимлет можно приготовить с водкой. Тоже вполне себе отличный лечебный вариант. Ну что ж, на этом выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях. Контакт, Twitter, Instagram и Facebook. До новых встреч. Пока! Привет, морякам!